Ну, здравствуй. Многие задают вопрос, как стать настоящим мужчиной, а я тебе отвечу. Ты должен просто играть в Worms. Да, это понимаешь, это суть жизни. Играть в Worms значит быть мужчиной. Окей, Хуан стреляет, Хуан убивает. У нас сегодня с вами очередной уровень в игре Worms VMD. Победить всех вражеских червяков, собрать 7 сундуков. Побочки уже пошли. Уничтожь вражеского червя с помощью занятой пушки. Уничтожь вражеского червя. Ева. Поехали. Окей. Это что? Убегайте от парней в синем. Гангстер Гэтвейс организует вам поездку за море в любом месте. В наших домах отдыха вы когда расслабитесь, а наши торговцы даже отремонтируют место по вашему вкусу. Как насчет дополнительного секса? Возможно, вам нравятся высокие потолки. Ребята даже установят обогреватель. Если вы закажете путевку у нас, мы отправим вас в теплое и классное место, чтобы вы не мучились от жары дома. Гансу Гэтвейс есть открытые вакансии для поклонника Worms VMD. Ranger Madman Delinquents. Гангстер Гэтвей, спасибо, что дали дочитать нахуй. Так, все, давай, чё? А Хуан стреляет, Хуан убивает. Победи всех вражеских червячков. Ну что ж, поехали, у нас сегодня с вами Ready. У нас с вами классный дом. Смотри, смотри, какой дом, смотри, какой у нас дом классный. А, ну что ж, начинаем ходьбу. Так, значит. Так, а сколько моих? Один, два. Один, два. Моих всего два. Ладно, вроде бы моих всего два. Так, ну, начнем, пожалуй, начнем. Давай начнем с простого, да? Начнем с простого. Здрасте. Здравствуйте. Так, ну, минус один, мне это нравится. Хуан Шот. Да, Хуан Шот, я согласен. А, Родриго. Давай, Родриго, посмотрим, на что ты способен. Ты можешь ударить Габриэля, в принципе, было бы неплохо. Что это ты делаешь? Давай, удиви меня. А, только не убивай Буги, я тебя прошу. Не надо. Так, он Джаз Хэнза моего застрелил. Ты там живой, братан? Сколько тебя отняли? 20 ему отняли. Так, ну хорошо. 20 это не так много, с учетом того, что у них первый мальчик вообще отправился далеко, уже далеко давно, да? Так, чего ты сказал? Вернусь в Каноху? Так, сейчас вернешься, братан. Все будет хорошо у тебя. Я вот думаю, знаете, я думаю вообще над другой ситуацией сейчас. Так, ну, блин, ситуация, конечно, такая себе. Почти бесперспективная ситуация, я тебе скажу. Так, ну, в принципе, можно вернуться в Каноху вот так. Вот так, да? Ой-ой-ой-ой-ой, ну в Каноху уже, да? Отлично, нормально прям. Так, что там? Хорошо, ну он уже отъехал, я думаю. Алехандро, до свидания. Сколько тебе там отняло? Много, интересно? Ну его тоже сильно покоцало, судя по всему. Так, вражеский червь. Так, что он делает? Что он творит? Марианна здесь еще сидит в танке. Смотри, в танке сидит Марианна. Так, надо с Марианной как-то справиться, ребята. У нас Марианна в танке. Мне это не нравится. Так, я заберу, попробую танк. Интересно, а можно выкинуть Марианну с танка? Ну-ка. Да, можно выкинуть Марианну с танка. Мне это нравится. Это хорошо. Марианна. Так, давайте как-нибудь вот этого челика сейчас мы попробуем оттуда снять. Надеюсь, это получится сделать. Это что сейчас было? А, его защищают силовые поля, которые назад все отталкивают? Не, ну это нечестно было. Это было сейчас нечестно. Это было нечестно. Давай, Габриэль, надеюсь, ты не убьешь моего Джаз Хэнза. Слушай, ну это сложная катка будет, я тебе скажу. Тут очень много техники, но будет сложно, так? Так, смотри, всеми способами пытаются разнести мне танк. Это неправильно немножко. 16 отнял, в смысле? Братан, ты не офигевай по 16-то отнимать. Так, окей, делаем тогда с тобой немножко по-другому. По-другому делаем, надо как-то отсюда выбраться. Так, выбраться на чем можно? Так. Блин, а выбираться-то особо-то и не на чем, понимаешь? Вот в чем проблема. Так, хорошо. Ну, давай я попробую кинуть туда Грену. Отлично, отлично. Отлично. Почему я не мог додержать побольше, я не понял. Ну, ладно. Я правда не понял, почему так получилось. Так, когда Начо будет ходить? Он же просто пропустит ход и все. Или Трехо. Дэнни Трехо. Вот он, смотри, вот так он выглядит сейчас. Почему ходит опять этот хуй? Я не понимаю, что... Он убивает моего человека, вы понимаете? Он убивает моего человека, у него два выстрела. Как он 62 отнял ему? А как ты 62 ему отнял, дурак, блядь? Он ему 62 отнял только что. Он отнял ему 62. Ты представляешь? Ладно, давай тогда сделаем с тобой вот так. Так, а там назад оно полетит. Окей, я понял. Но пока так сделаю, не знаю. Не знаю.
Я не знаю, у меня 128, товарищи не умирают, они не хотят умирать. Все очень сложно. Ты смотри, раз, два, три, четыре, четыре, и Марина тут еще сидит вот здесь. Слушай, 5 человек против меня одного, но это нечестно. Это реально нечестная штука. Так, Марина, палец, смотри. Сколько она отняла мне? 22. Марина отняла мне 22 хп. Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Мне это капец как не нравится. Так, я попробую скинуть этого товарища, но я не уверен, конечно, в этом. Но я попробую. Ну хорошо, смотри, я зато вот этого задел. Но он не умер, да? Он живой. Он жив. Он живее всех живых. Смотри, опять этот чмош не ходит. А вот эти вообще не ходят. Я вообще не пойму, как это работает. Смотри, 30-ку отнял. Ты видал? Так, я сваливаю. Тактический уход, ребята. Блять, куда ты ушел тактически? Так, хорошо. Отлично. Нет, этого быть не может. Мы должны уйти. Так, ладно, давай я выйду отсюда. Так, подожди, сейчас все будет, сейчас все будет. Сейчас все будет. Так, отлично. Мы уйдем отсюда, ребята. Мы обязательно отсюда свалим. Так, у меня для вас важная информация. Отсюда мы не свалим. Никогда. Так, но есть идея. Сделать вот так. Я ебал. Я просто ебал это все. Ну да, типа, но Марианна не умрет, она живая, ёлы-палы. Ну подождите, но у меня 20 хп отняло. Ну у меня осталось 20 жизней, или сколько? 47 жизней, ну как я вытащу их всех, а? Ну это же что такое невозможно надо сделать, чтобы их вытащить? Это же невозможно просто физически. Ну вот это правильно было. Вот так бы почаще, чувак. Мне вот это нравится. Вот это мне нравится. Так, ну я буду здесь находиться постоянно тогда. Я буду здесь находиться, здесь безопасно, потому что... Ну а как иначе-то? А иначе никак? А иначе-то никак? Вот так. Вот так. И все. А что я еще могу сделать? Уже больше ничего не могу сделать. Все, только так. Я не знаю, что предпримут эти ребята сейчас. Но я уверен, будет что-то жестокое. Их еще четверо, посмотри. Одного 22, одного 42, того не достать ничем. Надо думать. Он постоянно будет сидеть там, за этой штукой. Звездный час. Так, он уходит, смотри, он не видит цель, он куда-то ушел. Я понял. Он что-то задумал. Пропуск хода он задумал. Так, за пушкой он уже не сидит, это радует. Так, у меня серьезно только 2 червя, это реально плохо. Так, что же я могу? Я могу. А что я могу? Я могу вот так сделать. И будет очень будет хорошо. Подожди. Смотри. Перебросить аккуратно через танк. Аккуратно прям. Хоп, вот так. Ёбаный ратон. Ёбаный батончик, блядь, шоколадный. Что это такое было? 7 хп я себе оставил. Ну что за гадство? Ну, блядь, ну... Это гра... На, чё ходит? Почему назад срикошетило? Ну, оно же должно было вот сюда упасть. Почему? 5 хп, ёлки-палки. 5 хп, ребята. 5 хп. Как я с 5 хп должен разобраться с этими дураками? Не, ну это я вообще, это я не объясняю никак. Это жесть, ребята. Это самая настоящая жесть, понимаешь? Естественно. Я теперь их никогда в жизни не достану с 5 хп. Слушайте, ребята, это очень сложная катка. Хуан стреляет, Хуан жесткий, я тебе скажу. Вот он, пожалуйста, Хуан. Превьюшка моя хуановая будет. Хуан. Он опять за пушку пошел, да? Он пропускает ход, ребята. Он пропускает ход, он не знает, что делать. Но я тоже не знаю, что делать, ребята. Мы не знаем, что нам делать. Никто из нас не знает, что нам делать. Но мы будем сидеть здесь тогда и отстреливаться. 5 хп. Иди ты нахуй со своими 5 хп. Это можно бесконечно отстреливаться. Давайте заново. По сексу, по красоте. Сразу идем сюда к Маринке. Забираем у Маринки... Так, у Маринки забираем сразу дроп вот этот весь. Потому что это бесполезно. Так, отлично. Вот, хорошо. Значит, смотри. Ранец я, по-моему, себе достал, да? Так, Маринка, идешь ты нахуй отсюда, Марина. Марианна.
Марьяна, Марьяночка, можно я вылезу? Вылезу, перепрыгни. Как ты до этого залез сюда, долбоёб? Да, вот, отлично, 24 секунды остается, Марьяночка. Джет-пакет, значит, джет-пакет. Вот это с него надо было начинать, еще не начал, так сказать. С него же надо было начинать, я не начал, сука, с него. А надо было с него начинать, я не начал. Как так, блядь, вышло, я не понимаю. Так. Я не хочу комментировать это. Мне не хватило, чтобы долететь до этой мудилы. Что ты творишь, мразь? Что ты творишь? Ну ладно, это нормально. Я просто думаю, есть ли вариант какой-то? Есть ли вариант, ребята? Я думаю, вариант вот он хороший, да? Это лучший вариант, смотри. Ты видишь в этом вариант? Бах, видал? Видал? А почему я вот этих двух чуваков не задел? Так, хорошо. Шпищищ. Вот этот недостающий меня, надеюсь. К нему бы туда залететь, чтобы он охерел. Что он сделает? Он сейчас вот этого загасит. Смотри, как это работает. Хоп. Смотри, 100 хп отнял. Лазером. 60 лазером отнял, елки-палки. Так, вот это правильно. Хи-хи-хи-хи, я понял. Берем дроп и взлетаем к этому хи-хи-хи-хикалке, вот к этой. Это будет логично. Летим, пожалуйста. Только ничем, чтобы тебя не сбило, пожалуйста, да? Так, тут аккуратно. Полтинничек забираем. Отлично. Здесь вот а-да-да. Вот. Вот так мы это делаем. Вот, мы в здании. Все. Вот с этого надо было раньше начинать. Тихо. Мужчина. Так, хорошо. Мужчина! Не делайте эту херню. Делайте все по-хорошему, чтобы хорошо было, ладно? Так. Так, вот этот мужчина сейчас у нас отправляется отсюда нахер. Смотри, мужчина. Вместе с пушечкой! Пушка не тони только. В нее еще, кстати, можно сесть. А как он так упал и даже мину не задел, Хуан этот? Блин, то, что там пушечка осталась, это плохо, конечно. Пушечка тоже улетела. Его могут убить. И он из-за бочки вылетит, полетит и прямо в воду. Пожалуйста, нет, только не его. Я прошу вас. Я прошу тебя, нет. Пидорас! Гамбоч! Ебач! Хуй! Мрач! Блять! За что ч ты меня уебач? У меня нет слотч. Пиздец. Как так можно было сделать, я не понимаю. Это как вообще объяснить вот это вот, а? Горит. У меня тоже горит. Я в ахуе. Понимаешь, у меня горит. Так. Ребят, как это понять? Вы это видели вообще? Это ж пиздец какой-то. Как так получилось? Я не могу это объяснить. Я в шоке, блядь. Take one. Куда ты так, блядь, полетел? Где эта хуйня? Ладно, допустим. Я понял, что надо сделать. Да залезь ты, гандон! Да залезь ты, мразь, конченый! Я не успел походить! Не успел я походить! Надо было стрелять прямо в этом доме его! Ёлки-палки! Ладно. Это очень сложный уровень, ребята, меня бомбит. Почему, когда я захожу в Вормс, меня начинает бомбить? Потому что я в шоке от того, что происходит здесь. Гудбай, как они это делают? Как они попадают так идеально? Я не понимаю, что это происходит. Это в меня полетело, я понял. Ох, как это сложно, оказывается, а? Ну как же это сложно? Так... А что если я вот ему сейчас кулачком засандалю? Вот он куда? Он далеко улетит? В Каноху, он говорит, я полечу. Давай попробуем. Не долетел он до Канохи, ребята. Вот там на мины можно было бы упасть, всех их задеть. Но он не захотел. Он не захотел это делать. Алехандро. Слушай, какая сложная катка. Я сложнее еще катки не играл. Сколько? 60 отнял опять, да, мне? 69 оставил, да? Эта херня 60 отнимает за один выстрел. 60. Ёлки-палки. Так, ну по сути на это и расчет. Блин, вот эти вот силовые поля. Мне не очень нравятся, конечно. Так, подожди-ка. Я просто проверю, как это работать будет. Ну, допустим, окей. Вот, пушечка главная осталась. Окей, он сдох. Он погиб, это главное. А пушка-то зачем взорвалась? Зачем взорвалась моя пушечка? Я же хотел с ней выфигачивать. Ладно. Без пушечки буду. Взорвалась моя пушечка. Но зато я Хуана слил. Я слил Хуана. Осталось за малым.
Это радует. Сейчас можно что-то оттуда кинуть, конечно, но проще, конечно, самому полететь. А хотя, чё я парюсь, подождите. Чё я парюсь? Сейчас я сделаю все по красоте, как надо. Так, смотрите. Сейчас все будет нормально. Сейчас все будет отлично, смотрите. Аккуратненько. Так, смотри. Вот, пожалуйста. Пойдет? Пойдет. Ну, почти, почти пошло. Почти пошло. Ребята еще живы. Вот этих троих бы завалить сейчас как-то каким-нибудь комбо. Было бы хорошо прям. Я прям уверен. Давай, Диего, ходи. Только не убивай меня с одной плюхи, пожалуйста. Очень сложная катка, ребята. Я в третий раз, получается, рестартанул эту катку. В меня попали с непонятным образом. Что ты делаешь? Слава богам, ты выжил. Слава богам, ты выжил, братан. Я тебе серьезно говорю, если бы тебя сейчас слили, я бы себе не простил. Ты же у меня, ты же опора и надежда на эту катку, понимаешь? Но без тебя здесь мир просто рухнет весь, понимаешь? Так, окей. Смотри. Вот видишь, как ты помогаешь хорошо. Вот так. Вот так, правильно. И отхилился. Так, еще и ходишь, продолжаешь, мне это нравится. Сейчас мы как раз еще и начо с тобой завалим. Да, у нас все будет хорошо с тобой, братан. Сейчас все у нас будет отлично. Эта катка сложная, просто эта катка очень сложная. А так, в принципе, thank you. Достаточно хорошо все, смотри. Надо просто умело было начать. Хоба, до свидания. До свидания, маленький мой. И все. И больше, в принципе, я ничего не могу сделать. Поэтому отсижусь как бы тут. И пропущу, пожалуй, ход. У тебя нормально все? Посмотри на меня. Ты долбоеб? Он себя убил. Он себе 25 хп отнял. Я взял скакалку, он не стал прыгать на ней. Дурак, блядь. Тут столько врагов, он по себе стреляет с дробовика. Дурачок. Марина, я вас забыл совсем. Марина, нахуй вы это делаете, блядь? Вы почему такая меткая? Сколько она мне отняла? 16? Но все равно это жестко. Мариночка, вы чё? Вы с ума-то не сходите, пожалуйста. Так, подожди, подожди, Мариночка. Мариночка. Марина, нихера себе Марина жесткая, я тебе скажу. Так, я пойду танк тогда возьму. Я просто в шоке. Нифига, Марина. Так, Мариночка. Мариночка. Знаете что, Марина? Смотрите. Давайте вот так сделаем, Марин. Марин, вот так. Вот так, Марин, да? И вот так еще, Марин. Он умер? Кто-то отъехал, это радует. Я даже забыл о ней. Я забыл о ней. Она выехала и нафигачила моему челику. Нормально. Сеньор. Так, 4 сеньора еще остается. И сеньорита. 3 сеньора и одна. А, Габриэль. Габриэль, наверное, это. Хотя это, наверное, мужик, хотя, может, это и девушка. Хотя вы все одинаковые. Но Марианна, это ж точно Марианна, правильно? Здесь 2 пацанчика у меня. Что ты там планируешь? Что ты планируешь, козел? Так, меня он тоже задел? Или только Марину? Меня тоже задел, ну ладно. Это не так страшно, в принципе, как могло казаться. Как-то его надо слить оттуда, а то он какой-то офигевший, я тебе скажу. А я знаю, как я его солью. А вот так он сольется. А вот так он и сольется. Так, тихо. Овца полетела. До свидания, маленький! Все, он сгорел в аду. Он на Марину упал. Отлично. Ну сколько ему? 103 хп, нормально. Я вот думал, он самый проблемный будет. Оказалось, что нет, он достаточно неплохо сдох. Ну давай, кто там? Габриэль ходит или Родриго? Так, Родриго. Ну давай, Родриго. Покажи, насколько ты крут. Какая сложная катка. Давай, Родриго. Только не убивай моего буги, я тебя прошу. Пожалуйста. О, ну нормально, это было хорошо. Это не так страшно было. Вот, Родриго, зря ты, наверное, туда сел. Потому что сейчас я сделаю достаточно неплохую штуку. Смотри. Я вылазю с танка, смотри, и отправляю к тебе вот этого товарища. Вот этого товарищессу, вот эту, смотри, хоба! И она тебя там взрывает вместе с собой. Правда, ты выживешь, ну ладно, она тебя хотя бы заденет. Ну-ка, давай посмотрим на это. Ну-ка, задень, Родриго, давай. Вот, немножко задела, и сколько она отняла ему? 10, ну тоже неплохо, тоже неплохо. Поцарапала, но неплохо. 10 тоже может решить многое. Так, ну смотри, Габриэль. Так, остается у пацанов 80 хп на двоих. На двоих. Вот. Поэтому все должно быть хорошо. У меня будто 2 таких червяка. И у них 2 червяка. У меня 160 хп, у них 80. В 2 раза больше жизни у меня просто. Теперь у меня меньше, чем у них. Это факт. Сколько он отнял мне? 8. Но это неплохо. Так, буги сейчас ходит. Я надеюсь, я попаду. По красоте. Ох, красиво будет, на! Ёбаный рот! Я на ветер не посмотрел. Ты жив? 7 хп. Почему я на ветер не посмотрел?
Он же на меня дул и Джаза убил. Джаз, выживи, пожалуйста. Я хочу именно тобой закончить эту катку. Ну, я вряд ли это сделаю, конечно, но я бы динамит поставил прямо сейчас там. Что ты делаешь? Куда ты пошел? Куда ты идешь? Куда ты двигаешься, сука? Что ты идешь делать? Что ты творишь? Что ты натворил, мразь? Что ты наделал? Проститутка. Ты что сделала? Ай, потаскуха. Как можно быть такой стервой? Ну ты же понимаешь, что ты ничего хорошего не сделал. В Коноху, иди в Коноху. Ну там вместе вдвоем и это. Взял, подошел, Джаза Хенза убил. Нечестно очень. Давай. Отлично. Все, Габриэль уже ничего не сделает. У него остается 18 жизней. Он ничего не сможет сделать со мной. Какая сложная катка. Офигеть. Давай, Габриэль. Удиви меня. Удиви меня. Куда ты? Что ты творишь? Что ты задумал, падла? Только не динамит на лицо, пожалуйста. И это все? И это все, на что ты способен? И это все? Ты отнял мне 19 хп всего? И это все, на что ты был способен? Все это время ты вякал на меня? И это все, на что ты был способен? И это все? Так, потише, гранату убери. Убери ее нахуй из рук. Не смей, а то ты взорвешься сам, я тебя знаю. Я уже думал, он не умрет. 38. Фух, ребят, сложно. Очень сложно, но было возможно. Я сначала думал, сначала этих солью, а потом того челика. А оказалось, нужно сначала сливать верхнего. Но это капец как жестко, я тебе скажу. Принять. Капец. Так победим. Так победим, потом английские банки какие-то. Ух, сколько у нас с тобой еще тут всего. Враг у сундуков. Слушайте, ну, я надеюсь, мы в следующий раз осилим хотя бы две карты, потому что в этот раз что-то мы немножко подзадержались тут. И у нас все очень-очень много. Потом еще у нас испытания с тобой. У-у-у, сколько у нас с тобой испытаний. А что, может, сейчас одно испытание? Я собираюсь взорвать тебя. Давай попробуем победить Сэм. Давай попробуем Сэма завалить. Почему бы нет? Давай в этой серии сделаем одно испытание. Я собираюсь взорвать тебя. Победи Сэм. До Сэма нужно еще добраться как-то. Один хп, серьезно! Он слишком кашляет, я тебе скажу, для одного хп. Сесть в робот. Найс! Убегаешь! Так, ну я доберусь до него. Это метро Эксодус, ребята, кто не понял. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Дудух. Тух-тух-тух. А чё, как-то пригнуться? Никак тут, да? Тух-тух-тух-тух-тух. Так, я понял, как это надо делать. Смотри, как это делается. Смотри, как это делается. Сейчас. Так, мина. Мина есть? Ну-ка, вылези. Смотри. Я понял. Быстрее, проститутка. Ты уйдешь оттуда, нет? Подожди, это прикольно. Не, ну это прикольно, но это... Подожди. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Я правда не знаю пока, что тут делать. Это надо, конечно, будет потом попозже немножко, да. С вами был Влад, увидимся в следующей серии. Пока-пока. А, ну и подписываться не забывай. Пока-пока.